Около 300 дачников из общества «Изумруд» и еще несколько сотен жителей других массивов Абакана устали бегать из кабинета в кабинет. Люди, попавшие в патовую ситуацию, готовы выйти с протестом на улицы, если их вопрос по регистрации домов не решится. Многие люди приходят, они даже и не знали, что существует такой запрет. Вот, и просто в шоке, потому что лишились единственного жилья, прописки, вот, в надежде прописаться на построенное. Вот. Многим регистрацию сняли, отменили жилых домов, поменяли на дачные. Истории, пропитанных отчаянием, сотни. Кто-то продал маленькую квартиру и купил участок, чтобы построить достойный дом для семьи. Другие уже регистрировали жилье, но после реконструкции решили узаконить расширение квадратных метров и остались без прописки. В Министерстве имущественных и земельных отношений поясняют, на острие ножа Росреестр. Специалистам ведомства приходится отказывать людям в оформлении. Росреестр сегодня вынужден руководствоваться в обязательном порядке документами градзонирования муниципальных образований. И если они запрещают на сегодня возведение жилых домов в этой зоне, Росреестр вынужден отказывать. Решение действительно принял Абаканский горсовет. Федеральный закон позволяет строить на таких территориях и жилые дома, и прописываться. Однако для этого должны быть соблюдены и другие нормы. Ширина проездов, например, чтобы спецтехника прошла при необходимости помощи спасателей к тем же дачникам. Но эти вопросы можно попробовать решить, уверены власти. Есть варианты, когда если даже та же ширина улицы меньше установленной, надо разговаривать с жителями, идут навстречу и просто уменьшают свои участки. Есть и другие проблемы. Если дачный массив станет жилым, город обязан развивать там инфраструктуру, строить школы, детсады. И, скорее всего, таких планов у властей столицы Хакасии нет. Валентин Коновалов пообещал, что республика по возможности дачникам поможет. В ближайшее время Минстрой начнет работу в этом направлении. Первым этапом станет проверка на соответствие нормам дорог и строительство объектов в обществе «Изумруд».